Сейчас, секундочку. Вы слышите это? Да, конечно, живут. Я паркала. Почему у них там за разборки вечные? Да, Алина. Thank you for us. Thank you so much. Привет, Артём. Привет. Ой, я не могу. У меня еще есть вот такой вот. Улыбнись, зайка. У меня все хорошо, как ваши дела? Да нет, казахи, ну, есть такие там какие-нибудь неадекватные всякие бывают. Арике, спасибо большое. Ну, всякое, короче, бывает. Привет. Всем привет, ребята. Всех очень рада видеть. Как ваши дела? Рассказывайте. У меня все хорошо, потихонечку. Я с Казахстана, с города Шымкент. Да, Соколов. Песню про меня писали. Да, очаровательно выглядишь. Спасибо, Рике, спасибо большое. Хотя, мне кажется, я такая замученная просто. Уезжай в Россию, в Москву. Я и так в Москве. Олигархов не ищу. Я сама справляюсь. Привет, Казахстан. Привет. Тебе кажется... Мне кажется, я реально какая-то замученная, просто вымотанная, потрепанная жизнью. Меня зовут Александра. Хорошо, как ваши дела? И у меня просто, да, у меня взгляд уставший. Вы посмотрите вот просто на мои глаза, мне... Взгляд какой-то вот такой. Прошу разрешить, номер 7. Дела хорошо. Спасибо, thank you for us. Саша собирается захотеть или нет? Что у нее там вообще в голове? О, thank you for us. Да, ослепительный, спасибо. Ой, ребяточки, я не знаю. Мне кажется, выгляжу я не супер круто сегодня. Ну, так скажем, бывало и лучше. Ой, спасибо. Антон, ты что?
что ты пригораешь, не думаю. Антон что-то угорает надо мной. Сейчас, ребят, секундочку. Чуть не нагоняй. Да, я знаю. Мне 20 лет. Так, ребяточки. Да, отстань от меня, Недри. Сейчас блокну, задолбалась. Ребяточки, рассказывайте, кто что делает сегодня? О, какие планы на этот день прекрасный. У меня планы посидеть.